картошку? Да. Бардак мы вчера ели. Ну да. Точно. Сейчас в этот гипермаркет пойдем. Точнее, идем уже пешком. В этот раз машина пока на приколе. Зато... На машине, если отъезжать, короче, туда дорога нормальная идет, ага. А чтобы обратно, надо проехать обратно дальше наши две станции, и за заправкой опять развернуться. Короче, круг получается делать. Потому что две полосы туда, две полосы обратно. Да, собачка прикольная. В общем, диск сцепления купили, там, нашли, надо теперь поставить, и все. Можно будет ездить потом спокойно. В таком туннельчике прикольно ехать. Да. Вот мы, получается, пешком вышли на эти центральные улицы, можно сказать. Это еще пригород, это типа Тюратама. Типа Тюратама? Там вот дальше, короче, ехать минут 40 на автобусе, и тогда только центр будет. А что, здорово, тут это рядом, да? Ну, вот надо это поставить. Мы прям вот вышли буквально вот эти пару домов, и все. Строят депо. И так далее. Солнце вышло, прям бьет. Но от него жары не такое не чувствуется, как от нашего. Наше сразу прям жжет, выжигает. При солнце, а мы в куртках. Да, да, солнце, а мы в куртках вообще. Наши там бегают в майках, там, в шортах. В сарафанчиках всяких. Под сплитками сидим. Под сплитками. Ну, блин, печку. Да, мы, кстати, думали печку купить. Ну, это сейчас какое мая уже? 22 мая, и, блин, мы думали о том, чтобы печку купить. Капец, да? Вот такой вот год выдался тут. Ну, обычно так, я знаю, что в России потеплее чуть-чуть все равно. Это вот этот год что-то прям холодный. В связи, наверное, с зимой. Вот торговый квартал, мы за угол вышли. Торговый квартал, Эльдорадо, стройматериалы, телеги вон, бесхозные. Не, ничего, потом, короче, есть специальные работники, которые собирают, им взять денежку хочет. Ну, короче, бросил телегу, да? И пошел, да? Сервис убирает. А нас одна женщина даже ругала за то, что мы, короче, подносы сами хотели убрать со стола. Да. Нас она поругала, женщина говорит, ай-яй-яй. Это моя работа, типа того. А мы хотели как убраться, да, как лучше. Ну, видишь, у вас специально обычный человек тележки собирает. А-а-а. Тележки мы собираем. Есть даже вот отдельное место для курения. Похоже на остановочку. Паровозы катаются по торговому центру, паровозы разъезжают. Чуть не задавил, блин. Все, ёмана, закупились, почапали домой. Сахар купили? Сахар, да. Зачем шли? Пошли за сахаром, купили опять на 2000. Ну, на 2500. Да? Не, мы должны были продукты взять. Сейчас учеба начнется, как бы. Сейчас учеба начнется, мы раз не едем. Ну. Потому что вот так вот ходить мы с тобой много не несем. Да, телеги смотри. Да, аж тут вот бросили. Пипец. А маркет вот там оно. Это жесть. Но сервис, это приятно. Теперь спокойно так, по дорожке. И к дому. Вообще недалеко. Красота тоже. Короче, народ, все. Закупились. Вещи сложили. Сейчас поедем на СТО. Я сходил в магазин.
Дамир пошел машину греть. Вон он договаривается. И нас, короче, на машине проводят, получается, на нужное техобслуживание. Нужно поставить диск сцепления, нужно поставить на автомобиль, на вот этот Great Wall. И все. Дальше поедем. В общем, поехали за машиной сопровождающей. Toyota Corolla. Сервис. Че, сервис? Да, приехали за нами, чтобы отвезти нас в сервис. Случилась сзади авария. Мотоцикл. И Дастер. Столкнулись. Мотоцикл в хлам, Дастер перед тоже пострадал значительно. Наш поворот, АЗСМ. Кто-то перестроился на другую полосу. Поехали за Toyota Corolla. Короче, мы поехали за пределы города. По неизвестности. А вот там вот домишки классные. Это мы в сторону Москвы или куда? Да. Если прямо ехать в Москву. Так, а Обнинск в другой стороне? В этой же стороне. Обнинск ближе к Москве, чем Калуга. На полпути. Между Москвой и Калугой. То есть мы по одной и той же дороге можем? Да. Приехать. Где же дом? Вот справа, ну, дорога на Тулу пошла. Это что, на Москву? Интересно тогда. Домишки прикольные вот здесь. Да. Вода или песок? Отбойники пластиковые везде. Денег не пожалели. Куда-то приехали. Даже совсем не в городе. Походу на дачу. И что, на даче автосервис? Ну, это же Россия. Так, что, я прочитал наш план выплаты ипотеки за муравейник. Вот все. Ну, а давай спать. А теперь я не усну, Мурас. Зачем напомнил? Прикольно, дачки. Гневное письмо, что ли, в ЖЭК пишешь? Да они все равно не прочтут. Там он одни одноклеточные. Да, приехали на автосервис. Домир сидит, готовится ехать. Сейчас машину выгонят, а Домир загоняет свою. Молодец. Поехал, Дамир. Все, оставь ее. Здорово сделали. Отделка классная. Умер от ключи забрал, да? Да, здорово. А ключи надо оставить. Я по привычке. Дом такой классный получается. А можете рассказать немножко про нее? А что ты хочешь услышать? Ну вот. Это вот бакси котел 40 киловатт. Котел, да? Да, 40 киловатт котел бакси. Ага. А вот этот вот агрегат белый? Это бойлер. Бойлер. Для горячей воды. На сколько литров? То есть он ее греет на 200 литров. А там, я так понял, фильтра, да? Вот эти а вот? Это фильтра. То есть у нас запитка идет.
центральный водопровод. Ага. Здесь центральный водопровод проведем. И с этого вот, это идет с колодца. У нас колодец выкопал, еще туда насосы стоят. А это что? Это для, накопитель воды с колодца. Ага. Вот. А вот белое вот устройство? А белое это расширитель для горячей воды. А, понятно. Вот. А это расширитель для отопления. Вот этот стоит. Молодцы, как здорово. А там что? Это стабилизатор. Стабилизатор. Полы везде, тут где бетон, полы везде теплые. С подогревом. С подогревом, да? Все с подогревом, весь этаж. Здорово. Уйдет 300 миллиметров пеноблока. А гараж сделан вообще теплый. Да. Сэндвича. То есть это облицовка там, да. Внутри еще подушка. Да, и еще утепляем внутри. Здорово. Вообще теплый. Классно. Вот сделанный как, видишь? Внутри прям пенопласт. Нифига 13 себе. Миллиметров влито в бетон пенопластов. 100. 13, по-моему. 100 миллиметров. 110 или 120. Это больше. Это он заливается, да? Да, он там пазы сделаны и бетоном. Он цельный вместе с этим. Вон. На. Пеноблоки. И тепло тут зимой. Конечно. Да? Хорошо. Да. Ну тепло было, а зимой красота. А здесь прохлада будет. Ну да, здорово. А потолок у вас что как? А потолок там лежит у нас пенопласт. 150, по-моему, 130 миллиметров. Здорово. Утепленный. Легкий потолок. Просто разрешение с самого начала не спросил, а там уже наверху спросил. Вот, вот такой вот домик классный. Вот сейчас фото сделаем. Побывали в этом доме, посмотрели, как он строится. Здорово. Вот такой вот дом. Короче, нам показали и рассказали про этот дом. Даже был в подвале, значит, в котельной. В общем, эта деревня находится недалеко от Калуги. Ну, так, недалеко. Пару домов построены. Улица. Вот дом еще один. Да, место классное, конечно. Шикарное. Вот здесь у нас. Дороги проходной нету. А, ну да. То есть никто не будет постоянно елозить, да? Это здорово. Короче, народ, это все конец блога сегодняшнего. Сегодня день завершен. Больше никуда не пойдем.